«Поминальная молитва» – один из самых тонких и пронзительных спектаклей Марка Анатольевича Захарова. Последний спектакль великих актеров Евгения Леонова и Татьяны Пельцер. Спектакль о том, что вера помогает человеку не сломиться в тяжелейшие моменты жизни. Вера в победу не дает опустить руки нашим следующим участникам. Как бы тяжело ни шли тренировки, на льду у них всегда горят глаза. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Где ты, Артем? И раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Каждая передача, каждая программа сложная. Вот. На левую. Раз, два. Спереди. Спереди! Что, не понимаешь? Левая то же самое. Раз, два. Спереди. Беговой сделай спереди. Раз, два. Можешь спереди ногу поставить? Да, еще раз. Ну, понятно, сейчас не получилось. Ну, еще раз сделай. И... Для меня ничего легко не бывает. Все через труд. В связи с этим и для меня ничего легко. И для Татьяны Александровны. Я еду, ты меня поднял. Где нога? Я еду, ты меня поднял. Взял. Спина. Ну, молодец. Нога где? Он не верит в себя, а мы его убеждаем, что он все может. Просто нужно. Это они специально делают. Собраться. Дорогие телезрители, они специально это делают. А вообще-то нужно всегда верить в себя, так как мы верим в тебя. Я верю. Я верю в чудо. Посмотрите, я их укрепил. Пусть идут вместе с нами. Я тебя умоляю, спрячь, не дразни людей. Опять скажут, лучше всех устроили. А по-моему, хорошо. Мы идем, и они тоже пусть идут вместе с нами. Thank you.
сейчас сложно передать те ощущения, которые были у меня, когда мы с женой выходили из театра, из Линкома, после этого спектакля, после поминальной молитвы. Но вот мысль, которая меня посетила тогда, я помню. Вот душа есть. Без всякой иронии. И то, что сделали сейчас Татьяна Навка и Артем Михалков, еще раз подчеркивает, душа есть. Недаром зрители аплодируют им стоя. Это не только с технически, да и не хочу я ни про какую техническую сторону сейчас говорить. Это было... Это был полет души. Двух душ. Спасибо тебе большое. Молодец. Спасибо. Ну, все было. Татьяна Навка и Артем Михалков. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все шестерки. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Браво. Этот ледовый номер был создан по спектаклю «Поминальная молитва». Действительно, очень трогательная, тяжелая тема. Но мне кажется, ребята справились... На все шестерки, на все 100%. Молодец. Александра Марковна, как вам те образы, которые ребята только что... Вы знаете, это очень эмоционально, это очень трогает. Вас безумно жалко, вам сопереживаешь. Вообще пьесу «Поминальная молитва» Горин написал по произведению «Шалом Алейхим» специально для Евгения Павловича Леонова. И у нас был какой-то легендарный, удивительный, мудрый и, конечно, такой исторический, наверное, спектакль в Ленкоме. С нами не стало Евгения Павловича, и спектакль ушел. Но дело в том, что вы построили свой спектакль. Он у вас другой. Он, это адресно, конечно, к Евгению Павловичу, это к Горину, это к автору, но это свое какое-то произведение, которым очень сопереживаешь. Мне кажется, это так здорово эмоционально. И потом у меня есть пристрастие. Я поклонница не только Татьяны Навки, но и Артема Михалкова. Спасибо за эти теплые слова. Марк Анатольевич. Я целиком и полностью присоединяюсь к Александре. Жалко только, что Артем Михалков не похож на еврея. Вот. Может, оно и к лучшему. Но всегда, когда все-таки евреи уходят, они часть багажа не оставляют никогда. Они должны были унести с собой. Это единственное мое стилистическое замечание режиссерское. Все остальное прекрасно и замечательно. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Надо было все чемоданы взять, но были бы смешные. К Марку Анатольевичу нельзя не присоединиться. Но я хочу сказать, что, сынок... Почему вы туда смотрите, Татьяна? Хорошо. Закатался. Музыкально. Закатался. Хотел было один раз навернуться. Тема позволяла. Но сдержался. Очень, очень трогательно. Спасибо. Судьи единодушно поставили наивысший балл. Артем, что ты сейчас чувствуешь? Я вижу, ты еще в образе. Для меня это один из самых сложных пока был номеров, ну, потому что очень действительно серьезная тема. И, Марк Анатольевич, я хочу сказать... Вам чуть слов. Спасибо вам огромное за те спектакли, за те фильмы, на которых мы выросли. И не только мы, но и мои дети, и дай бог, дети моих детей. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас с днем рождения. Для нас это действительно великое счастье прикоснуться к вашему творчеству. Радуйте нас еще больше работами. Спасибо вам огромное. И вы замечательная династия. Александра, спасибо вам за все. Действительно.